Всем привет, с вами Вифрал. И сегодня мы продолжаем играть против зомби. Сегодня мы пройдем 4 уровня, я полагаю. Ну, последний уровень бассейна. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Ну, так. Думаю, стоит сказать, уже пора уже договорить. А так, приятного просмотра. И мы начинаем. Так, сегодня у нас... Зомби остались такими же. Новое растение. Это и вот. Может, что-то отказаться от чего-то? Но от чего отказаться? Думаю, от кабачка откажемся. Да, он хороший, конечно, но. Но все же. Но все же нам нужна картофельная мина, да. Так, уровень 7 уже. А почему уже? Если мы только начали сегодня. Так. Снова делаем то же самое, опять же. Просто сажаем в ряда подсолнуха, там, 3 волны. Это меня уже ничего не удивляет, если честно. Видимо, эта серия будет длиннее, чем предыдущие. Тут, как минимум, тут целых 4 уровня будет. И уже... Первый уровень, тут уже целых 3 волны. Как обычно, наши 2 игры рахометы. Куда же без них. А, кстати, давайте забрать плетение водорослей. Так, с неприятной ситуацией, но... В этот раз все по-своему решить так. Нужно больше солнышек, как можно больше. Потому что уровень обещает быть сложным. Наверное. Конечно, ничего мне там не обещал этот уровень, но... Ну, как бы... 3 волны. И очень сложно. Может попробовать. Если посажу сюда. Наш новый растение колючка. Оба колючка. Посмотрим, что тут делает. Так, иди. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ударов, давай. То есть 2 колючки надо знать, да? Чтобы обычные зомби сами по себе убирали. Понятно. Ну, скорее всего, двойной грохомет будет эффективный, так как он всю линию постоянно будет бить. А колючка только в одном месте стоит. Так, на воде мы колючки поставить можно, поэтому давайте уже сами герохами тоника. Опять картофельная мина. И сюда, и сюда. Договорился, видимо, я с прошлой серии, так сказать. Что-то я молчаливый, видимо, сегодня. Хоть я и снимаю эту серию на следующий день после записи предыдущей. Еще теперь мне немножко труднее смотреть этот таймер наш. Да и вам тоже его почти не видно. Однако думаю, так будет даже лучше. Так, не будет бросаться в глаза этот таймер. Мне кажется, пора сойти на верхом на землю. Давно пора уже. Это уже скоро первая волна, да, до сих пор. Посмотрим, как быстро справится там. 2 колючки и грохомедрами. Снова грохомедр притягивает зомби внизу. Ну не знаю, колючка вроде... Вроде что-то делает, а вроде нет. Грохомет посадить было бы выгоднее, чем 2 колючки в эти вот. Да здесь просто спасаем везде, по одной штучке посадим. Чтобы дополнительные повреждения наносили зомби. А, они всем зомби наносят повреждения, точно. То есть, если на ней будет 3 зомби, то она будет сразу троих зомби бить. Что очень даже неплохо.
Вот, за без ведром уже. Пришел. Ну, я думаю, два игрохомета и ведущий справятся с ним. Даже легко справиться, мне кажется. Поставим мил на всякий случай, давайте. Если что, выкопай меня обратно. Если он не один, а не. Вот, тут два зомби, она сразу двоих бьет, поэтому, в принципе, мне тогда на есть польза. Так, она может сразу целую кучу зомби бить одновременно. В отличие от грохомета. И здесь... О! На воде! Этого я не планировал. Ну как не планировал, я не думал, что... Аж ведроголовый пойдет по воде. У нас целая куча чего водорослей там. Хотя надо ничего бояться пока что. Для безопасности можно, наверное, посадить еще второй ряд этих колючек. Какая безопасность, тут так все уже просто застроено всем. Вода вся в этих водорослях и грохометах. О, дуянчик. Что-то я реально сегодня слишком молчалив. Это не дело. Надо заранее придумывать темы для разговора. А то, как мне кажется, смотреть просто то, где я совсем молчу, не особо весело. Кстати, если кому интересно, то вот я записываю это видео в тот день, когда выходит пятая серия «Молчанка», вот называемая. И там я все видео молчал. Я еще не знаю, нормально оно или нет. Машина, опа. Разорвалась. А, походу колючки сразу же уничтожают такие вот машины. Но если так, то колючки даже неплохие, в принципе. В принципе, я вообще могу сказать, ничего не делать, они справятся совсем. Ну, петь можно и вижу, в конце использовать. Еще машина ей. И вот. Просто уничтожает сразу же. В принципе, да, колючки даже очень даже крутые. Если учитывать факт, что машины очень даже прочные. Они такие очень прочные. А колючка просто берет его со мной, да, уезжает, конечно, она сама при этом исчезает, но... Так. Нижняя водная линия немножко уже опасность, так как там не осталось водорослей. Поэтому мы сделаем так. И вот так. Зачем я убрал колючку с чистью? Чтобы поставить вишню. Машина снова дралась, есть так, есть так. Целых 9 минут один уровень проходили, да. Уже очень долгий улицы. Так. Так, это у нас древо факел, видимо. Горошины, прошедшие через него, превращаются в огненные шары. О, это интересно. Мы любим использовать горохометы. Что это за дельфин? Колючки, думаю, не нужны.
Так. Да, я думаю, что стоит это взять. Орех. Блин, да. Хотя, раньше справляется, сейчас справится. Тут такие вишневые бобы сегодня будут поудивительнее, чем перец. В данной ситуации, как мы играем. Потому что она может быть стоить буквально целых три линии. Ну, последних зомби. В то время как перец может уничтожить только одну линию. Поэтому в моей ситуации будет выгоднее использовать вишню. Две волны. Вот сейчас не забываем про водоросли, сразу же их сажаем. Потому что мне кажется, дельфин пойдет именно по воде дельфина. Ну, зомби с дельфином. И да, и скорее всего, именно этот зомби с дельфином и будет на превьюшке этой серии. В принципе, я в этом уверен, потому что я это сделал. Однако название надо еще попробовать. Ведь название для первой серии бассейна я уже придумал. И даже же сделал. Сейчас этот видеоролик возложен для публикации. А вот для второго видео и для третьего вот этого, которое я снимаю, я до сих пор еще не придумал название. Что у вас было в предыдущей серии? Интересно такого. Как я помню, там были... А, мини-уровень с маленькими зомби был. А вот, наверное, и идея, так сказать, да? Ну-ка. Прикольно. Реально поджигает. Могу предположить, что эти огненные горошины наносят в два раза больше повреждений. В два раза, почему, да. Это вот с помощью мины уберем. Надо готовиться на воде, мне кажется. Однако учитывая тот факт, как много поставили вот этих водорослей, что, мне кажется, нечего бояться на воде. Здесь сюда дырохомет, а снизу исправить с помощью мины. Наверное, стоило сказать в начале видео, но... Скорее всего, заметили еще небольшие изменения в моем голосе. Я немножечко, так сказать, приболел. Но все равно записываю видео, потому что... Мне даже нравится это делать, почему-то записывать видео. И говорить. Вообще... Мне очень даже интересно играть в игру, когда я ее сам себе комментирую, что я делаю в ней. Возможно, я не один такой, возможно. Да и кто знает, кто знает. Так вот, играешь, комментируешь все, что происходит, и прям-таки затягиваешься совсем в игру. Посадим. Давайте на воде везде посадим. По ней. Чтобы защита была получше. О! Мне показалось, или когда он попадает по этому, он повреждает заднего зомби. Так, а вот и первый дельфин. И мы так и не узнаем, что он делает, так как его просто сразу же забирает на дно воду, если. Да, возможно, это и к лучшему, что мы не узнаем, что делать. Так, все еще соблюдаем нашу традицию использовать все растения, которые получаем. Ну, именно новые. Тем временем у нас 9450 монет, если кому интересно.
Потому что по записи это сбить невозможно. Или возможно, но это тяжело. Да, во, не попадает по зомби, как... Во, видите, сразу двое погибло, это двое. Значит, огненные горошины повреждают, и зомби, который идет сзади, ну, немножечко повреждают. Во, две волны, и я даже второй ряд не успел поставить для игрохолётов. Может, потому что я поставил под них? Чтобы все логично. Так, снова дельфин. Возможно, этот дельфин что-то делает интересное. Либо просто зомби слишком... Либо просто дает ему дополнительную скорость, и все. Последняя волна. Здесь поставим вот так вот. Здесь взорвем, здесь размажем. И мы получаем... Мы получаем... Высокий орех. И он... Большой орех, который может... А, через которого нельзя перепрыгнуть или что-то типа такого. Понятно. Так. Небольшая пауза. Все, я вернулся, мы продолжаем 9 уровень. Так, неспроста появился зомби с 6-м. Видимо, этот... Через него реально невозможно перепрыгнуть. Как-нибудь так? Наверное. Нет, все-таки вишня. Хотя, стоп! Ладно, без вишни, но только с кувшинками. Потому что вряд ли я смогу пройти весь уровень с помощью только одних водорослей и защититься от всех зомби на воде. Так. Делаем ставки. Какой длины это видео? Предполагаю, что оно минут 30 будет, короче, уйти. Скорее всего, тут три волны опять. Ох. Зачистила игра с тремя волнами уже. В принципе, я не жалуюсь. Вот. Пока что это будет, скорее всего, самое длинное видео на канале. Первое, так сказать, которое будет длиннее, чем все предыдущие. А я в нем, так сказать, молчу, когда слишком много. Это как-то не очень. Я тебе задумываюсь еще о том, то что стоит ли мне что-то комментировать во время 10 уровня, во время того, что в двух предыдущих 10 уровнях, которые были с крутой музыкой, я просто молчал все время. Так сказать, наслаждались музыкой, так сказать. Как-то я все не так сделал, такое ощущение. Ладно, мне кажется, на воде будет достаточно одного ряда двойных игрохолётов. Ой, где то нажал. А здесь... С помощью картофельной мины заберёмся. Вот запишу это видео, и вот... Просто... Купил горячего чая и лягу спать, наверное, потому что... Чуть-чуть, откровенно говоря, не очень. Но все же я играю, да.
Что тоже как бы не слишком круто то, что я играю, когда болею. Просто продолжаем, просто нет слов. Произошло примерно то же самое, что было в предыдущем видео. Так сказать, снова появился экран с надписью, что микрофон из других целей и типа не слышно и все такое. Такое. Типа звук не будет записан. Надеюсь, сейчас меня вообще слышно, надеюсь. Да, перепроверил, конечно, все. Должно быть слышно. Здесь пока что мы еще минус беремся. Здесь бы награхомет. И пень сразу же. Так, на воде у нас пока что только бонусы защищает пока что. Двух видов подсолнуков и такое ощущение явно не хватает. Здесь кабачок там. Ой, большая вода зомби. Ох. Интересно, мин успеет вывести? Надеюсь, успеет, как видимо, крыша не справится. Идеально вырос, опять-таки, что-то мин, когда он уже ел ее. Опять-таки, почти доел, уже такое еще не было. Видимо, я слишком много охую в этом видео. Надеюсь, никого это не раздражает. Теперь что я думаю, что лучше 2-2 игрохомёт или 1-2 игрохомёт и пень. Если будет спинём, то будет повреждать зомби сзади. Поэтому лучше я спинём. Просто 1-2 игрохомёт, просто и всё. Почему я не ставлю сценарий на земле? Потому что слишком дорого это все будет. Лучше выстроить на играх лета, я не справится. О, сразу два дельфина. Сейчас уже обоих и забрало. Все, ждем. А, это еще не начало волны. Я уже думал, что волна начинается, честно говоря. Да, что говорить-то, вот это вам. Блин, я так говорю, я буду молчать снова. Так сказать. Отдохну от разговоров. Кстати, я уже забыл, мы договорили по поводу названия предыдущего видео этого. Предыдущее видео... Там были маленькие зомби, наверное, поэтому... Какое-нибудь креативное название сделаю. И даже по-другому на превьюшке оно будет выглядеть, скорее всего. Типа, что типа зомби-карлики или зомби-лилипуты. Хоть типа такого будет. О, взяли, пытался прыгнуть. Но влился в орех, видимо, все-таки. О боже мой. Давайте так поставим еще. Как я понимаю, если. Опа, что это там поехало такое. Поехало что-то, что очень быстро сломалось. Как я понимаю, если на пути у этой машины будет какое-то растение, то оно просто его раздавит, все.
Ой. Сделаем так. И внизу также сделаем. Чтобы было красиво. Все, здесь уже просто никто не пойдет. И тогда, когда я буду сажать эту машину с помощью перца, этой белой дорожки не оставалось. Видимо, он от нее избавляется каким-то образом. И поставим еще одну дверь, чтобы побыстрее отправиться. Ох. Опять я мокрый. Записка. Сейчас будет мой сверхкрутой, так называемый Google переводчик в моей голове. Так, что у вас написано? Привет, мы слышали, что вы собираетесь устроить бассейновую вечеринку. Мы думаем, что это весело. Из фанз, ладно? Ну, короче говоря, мы придем. Ваши зомби. Что, сейчас мы тоже интересной музыкой. Я буду молчать весь этот уровень. Да, все, молчим. Три волны. Ладно, да, все, теперь точно молчу.
Думаю, мы прошли этот уровень. Не получаем бы еще одно ST за ноль. И это у нас... Море гриб. Водная растение, что стреляет коротким радиусом и спорами. Понятно. Это аналог споры гриба, только на воде уже. И, кстати, я тут такую штуку нашел здесь. Интересную. Сколько я убил всего зомби за всего это? 2543 на данный момент. Ну, думаю, просто честно смотреть это, чтобы потом сравнить с количеством зомби уже после следующих 10 уровней. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.